Здравствуйте, друзья! Вот и настал тот момент, которого мы все так долго ждали. Момент, когда мы всей страной переживаем за наших спортсменов и ждем победы. Но что же все-таки означает слово «победа»? Для каждого человека победа — это особенное событие. Для спортсмена — долгожданная золотая медаль, для студента — успешно сданная сессия, для родителей — достижения и успехи их детей. Расскажите, что для вас означает слово «победа» и станьте частью большой истории. Принять участие очень просто. Записывайте свои определения слова «победа» в магазинах «Спортмастер» или на сайте www.pobeda.sportmaster.ru. Загружайте свои работы в галерею, делитесь ими с друзьями в социальных сетях, смотрите и оценивайте работы других пользователей, выбирайте лучшие. Ну и какая же победа без награды? Каждому участнику проекта мы начислим дополнительные бонусные баллы на клубную карту «Спортмастер». Авторы, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, получат подарочные карты «Спортмастер» номиналом 2, 3 или 5 тысяч рублей. А в финале проекта именно у вашей работы будет шанс попасть в историю. Видеорассказ о том, что же такое победа. Удачи!